такой набор, он просто покоряет своей нежностью. Это наше первое предложение, о котором мы поговорим сегодня в прямом эфире поподробнее. Посмотрите, у нас здесь есть три кастрюли, но они не просто кастрюли, это какое-то волшебство, потому что оторвать взгляд невозможно. Посмотрите, становится абсолютным хитом, потому что мне очень нравится. Я хоть и не ребенок, я большая взрослая женщина, но муж мне говорит, ну ты маленькая еще, ты внутри дитё-дитём. Я умиляюсь этому набору. Я считаю, что для того, чтобы даже взрослому человеку приготовить порционно, пожалуйста, очень удобно и практично. 990 рублей за три кастрюли. Лот 23-976. Артём, обращаюсь к тебе. Расскажи, какой здесь объем, что в них можно готовить, можно ли готовить на огне? Конечно. На самом деле это полноценные кастрюли. Так. Несмотря на то, что они вот так вот мило и немножко скромно выглядят. А какие? На самом объемы? Деле, вот у нас полтора литра, полтора. Литр и 0,6. Посмотрите, вот это вот самая маленькая кастрюлька, она помещается на ладони. Ой, вот какая она. Прелесть. Это самая маленькая кастрюля объемом 0,6 литра. Но при всем при этом, это полноценная кастрюля. Итак, обратите внимание, бренд Zeidan. Значит, паспорт качества, по которому мы видим, что вы можете использовать на всех типах плит, даже на индукционной. То есть это полноценная кастрюля, несмотря на ее вот такой вот миниатюрный размер. Итак, кастрюля у нас идет в комплекте с вот такой же маленькой миниатюрной крышечкой. Но крышка полноценная, настоящая, боросиликатное жаропрочное стекло, пароотвод и негреющаяся пластиковая ручка. Ну и, конечно же, вот такую вот кастрюльку можно запросто использовать не только для приготовления какого-то небольшого количества соуса, но и, конечно же, для того, чтобы накормить ребенка. То есть, сломайте стереотипы. Не зря этот набор у нас является хитом, потому что именно для детей в основном и покупают такая вот эту вот прелесть. Посуду. Смотрите, если ваш ребенок капризничает и не особо любит кушать, ну, бывают такие дети, сломайте систему. Подайте ему не в тарелке, а в кастрюле первое блюдо, например, и он удивится. А если ребенок удивится, соответственно, он уже, как в этом, в одном фильме берем так. Космические ложки и наворачиваем космическую кашу. Так и здесь. Любого капризного ребенка можно не то что обмануть, а просто перехитрить. Ты знаешь, что у меня маленькая дочка, ей 2 года сейчас и 2 месяца. Я могу сказать, что она ест, конечно же, с трудом, потому что она очень избирательна. И вот гости, которые приходят к нам в гости, мы всегда же приглашаем на крещение и просто в гости приносят какие-то игрушки. Не всегда эти игрушки подходят ребенку, не всегда он с ними играет. Мы забрасываем в дальний ящик. А если вот такой наборчик вы мне подарили, я бы была бы очень, как мама, счастлива. Потому что всегда у ребенка должна быть отдельная посуда, в которой вы будете готовить, например, кашу. Пожалуйста, подогрели молоко, сварили яйца. То есть у ребенка свой набор. Шикарный подарок, если вы идете, например, в семью, где есть дети. Тем более, это бюджетный вариант. 990 рублей. Выглядит шикарно и радуйте себя. Тем более, вот я уже говорила, вы сейчас во время нашего прямого эфира можете сэкономить. Во время нашего прямого эфира мы предлагаем цену меньше в 1000 рублей. Представляете, старая цена от производителя 2000 рублей рекомендованная. Сегодня, благодаря тому, что мы совершили переговоры, мы закупили оптом вот эти кастрюли, мы можем вам цену сделать меньше на 1000 рублей. То есть, по факту, мы за цену, которая была раньше или, возможно, будет, да, через какое-то время, получаем 2 набора. Всегда нужно экономить вовремя. Я считаю, что это хорошая возможность для тех, кто делает свой первый заказ, и сэкономить, и познакомиться с телеканалом «Дисконт». Это единый центр распродаж. Такого еще раньше я не видела. То есть телеканал в одном месте собирает самые выгодные цены, напрямую договаривается с производителем, закупает и представляет вам. То есть нет никаких дополнительных плат, переплат. Зачем это нужно? Вот, чистая цена с небольшой, конечно же, наценкой, понятно, но цена получается намного ниже магазинной, намного ниже той, которую мы можем увидеть в интернете. На самом деле такого набора в магазине я не видел. Красивый. Да, есть эмалированные кастрюли, да, есть наборы, есть поштучно, но чтобы именно вот такого милого, например, детского набора, да и вот такого набора, в котором бы были такие маленькие кастрюли, 1,5 литра и 0,6, ну, вообще, в принципе, я не видел ни в интернет-магазинах, ни в обычных магазинах. Красивый. Даже в сетевых. Слушай, вот мы говорим маленький, но здесь
извините, 1,5 литра помещается. Даже если вы себе приобретаете такие кастрюли, вот так вот порционно готовить, это всегда полезно в плане здоровья. Давай пофантазируем, что мы можем приготовить вот в этих кастрюлях. Ну, тут особо фантазировать не надо. Это же полноценные кастрюли. В них можно запросто готовить первые блюда. Кашу, например. Вот. Можно приготовить какой-нибудь соус, небольшое количество. Тем более, если вы готовите или ребенку, или же себе, вы готовите блюдо по принципу, что два раза не есть одно и то же блюдо или не разогревать его потом повторно. Достаточно иметь вот такую небольшую, вот такой набор с небольшими кастрюлями, чтобы приготовить пищу на один прием, так сказать, и не оставлять ее уже там на завтра или послезавтра. А посмотрите, сколько места экономится. Посмотрите, вот так поставили на полочку, все у вас компактно и красиво. Кстати, я хочу заметить, что здесь я нашла на упаковке, в которой вы получите эти кастрюли, надпись, вот, срок гарантии, посмотрите, не ограничен. Как это так? То есть неограниченный срок гарантии? Это поставщик, значит, уверен на 100% в своей посуде, раз он дает такую вот надпись, гарантирующую в случае какой-то там, я не знаю, нештатной ситуации, какая может быть нештатная ситуация, я не знаю. Но если только вы сами спалите ее. Мучить кастрюлю, но мы этого делать не будем, будем заботиться о нашем наборе. И здесь я заметила от бренда Zidane, написано, опять же, high quality, это высшее качество, да? Да, это немецкий бренд, наш постоянный поставщик, который Zidane периодически, да, предлагает нам вот такие вот качественные товары. Вот, и вы можете запросто использовать эту посуду на своей кухне, как я уже говорил, на абсолютно всех типах плит, как полноценную кастрюлю без каких-либо ограничений той же самой плите. И, кстати, вот посмотрите, как компактно вот вы получите в такой коробке, вы также можете хранить эти кастрюли, складывая их вместе. У меня маленький ребенок. Врач сразу сказала, например, приготовили кашу, покормили ребенка, не доели, выбрасывайте лучше. Выбрасывайте собаки, кошки, куда угодно, но второй раз кормите тем, что вы приготовили, особенно для маленьких детей, не стоит. Поэтому вот такие порционные кастрюли, они еще помогают вам не выбрасывать лишние деньги на лишние продукты. То есть приготовили, поели, очень удобно и практично. Вот самая маленькая кастрюля 0,6, да, здесь у нас объем? Да, это кастрюля 0,6. Самая маленькая. Кстати, может быть отличным соусником, почему бы и нет. Либо заправку я люблю для макарон, для спагетти. Я делаю сыр дурблю, растворяю на огне со сметаной и со специями. Просто очень вкусно получается такой соус блю-чиз. Вот вторая кастрюля. Так, пожалуйста, размером литр, да, здесь у нас? Да, это литровая кастрюля. И полуторалитровая кастрюля у нас также присутствует. Все вы это получаете в упаковке за 3 кастрюли. Вы заплатите 990 рублей. То есть стоимость одной кастрюли с крышкой. То есть у нас по факту 6 предметов. 330 рублей. Выгода сегодня ваша. И так цена низкая была изначально 2000 рублей. Но сегодня выгода составляет еще 1000 рублей. Вот, старую цену забываем. Она в 2000 рублей. Сегодня не действует. Возможно, такая цена будет завтра. Но мы не будем дожидаться. Мы возьмем для себя сейчас этот набор. Как часто бывает? Вот, допустим, вы идете в гости, и вам нужно что-то подарить. Практически в каждой семье есть дети. Неважно, сколько им лет, они все равно дети. Вас, может быть, не сейчас вы пойдете, может быть, потом, но у вас всегда будет в запасе такой набор. Вам не нужно бегать по магазинам, вам не нужно стоять в очередях. Просто заказывайте, и доставка придет к вам домой.